Руки-огнеметы. Первое появление данного эффекта состоялось на концерте 1 ноября 2004 года в Маймартхалле, Германия. Для эффектного огня используются ликопотий, а также другие жидкие топливные смеси на основе бензина. Дизайн данного эффекта включает массивные стальные рукава с железными когтями. К рукавам прикреплены шланги, через которые в огнеметы попадает заправочная смесь. Ранее для песни «Рамштайн» использовался тяжелый огненный плащ. На каждом рукаве в районе большого пальца есть кнопка. Когда Тиль нажимает на нее, в зал вырывается столб огня. Также в наборе данного реквизита присутствовала патронная лента, которая затем стала частью арсенала крыльев.